Всем большой привет! Я Настя и рада приветствовать вас на своем канале. Здесь мы говорим с вами о парфюме. Я буду очень рада, если вы досмотрите это видео до конца. Конечно же, вашим комментариям, вашим лайкам и вашим подпискам. Сегодня тема следующая. Весенние парфюмы, часть вторая. Было видео, выходило на моем канале о весеннем парфюме. Я условно сказала, что это будет первая часть. Я обязательно вам оставлю подсказочку. Переходите, пожалуйста, по ссылке, смотрите. Ну, а мы начинаем. Первый аромат, с которым я хочу вас познакомить, это мое вчерашнее приобретение, моя давняя хотелка. Это Tom Ford «Тосканская кожа». Мне очень хотелось парфюм именно с кожаной нотой, но с кожей такой мягкой, очень изящно выделанный, с кожей галантереи. И чтобы обязательно был момент фруктовости. И вот здесь за фруктовость отвечает малина, прекрасная, совершенно не химозная, не какая-то, знаете, напряженная, свербящая. Нет, абсолютно. Это тонкая ниточка, которая проходит через весь парфюм, через весь аромат от начала до конца. В сердце вступает жасмин, ну, конечно же, на прекрасной замшевой подложке. Великолепный парфюм, шлейфовый, яркий, стойкий. Это аромат унисекс, я его прекрасно вижу и на мужчинах также, и на женщинах, понятно. На нас парфюмы звучат по-разному. Поэтому не нужно ничего тут пугаться. Поэтому я очень жду период, когда я начну спокойно его использовать, а именно, когда я уже одену кожаную куртку, и это звучит модно, стильно и дорого. Хотел кожаный парфюм, это класс. Поехали дальше. Следующий парфюм, который я начинаю использовать уже весной, это Тициана Теренци «Кирки». Неоднозначный парфюм, собирает, конечно, он разные комментарии. Я с мускусом Тициана Теренци прекрасно дружу, мне очень нравятся его парфюмы, ароматы и кирки в том числе. Вот это буйство фруктов в начале, маракуйи, груши, скажу, сводит просто с ума. Я вот тащусь от него, мне он очень нравится. Очень красивый, действительно, да, долгий, шлейфовый, попадет на какую-то вашу кофту, не знаю, на любой материал. После стирки будете обязательно с ним дальше. Так что будьте аккуратны, пожалуйста. Некоторые говорят, что от меня слышат ноту мускулинности. Я, сказать честно, его вообще от себя не слышу. Меня он никак не напрягает. Кстати говоря, насчет того, как его наносить, насколько много, вот от этого и зависит, как он будет звучать. Я его люблю, мне он очень нравится, как звучит он именно в теплое время. Я его купила летом, а у нас была жара, и он прекрасно раскрывался. Жду тепла весной, и дальше лето, мы снова будем с ним вместе. Следующий парфюм тоже Тициана Теренци, пока это у меня в маленьком совершенно формате, это Кассиопея. Говорят, что это две сестрички с Кирки, я бы так не сказала. Да, конечно, здесь тоже фрукты, те же экзотические, подбор примерно одинаков, но здесь больше сливочности. Для меня даже это какое-то, знаете, мороженое, пломбир, вот что-то такое, потому что на коже у меня конкретно остается прямо вот четкий характер сливок. Мне это очень нравится, он очень женственный, он очень комплиментарный, он более где-то даже понятен, не так напряжен, возможно, как Кирки. И тоже яркий, но вот он действительно, ну, более спокойный, что ли. Но от этого не перестает быть красавцем. Звучат, правда, для меня они по-разному. У меня он более мягкий, более пушистый такой парфюм. Вот прям так и вижу какой-то такой, вот правда, пломбир. Вокруг приятные фрукты экзотические. Все это, да, на подложке мускуса Тициана Теренци, но не настолько яркого, как у Кирки. Следующий парфюм
тоже у меня в маленьком формате. И вот это у меня пробник Фредерик Маль «Портрет леди». Классный парфюм, мне очень понравился. Я вначале очень аккуратно к нему отнеслась, поскольку, кто знает, я розу не очень люблю в парфюмерии, такую прям яркую. А вначале, буквально с первого затеста, я вообще его убрала подальше и решила, что это не моя тема вообще никак. Но потом я его разносила. Здесь розы такие богатые. И вот этот почерк у Фредерик Маля здесь, конечно, прослеживается. Не зря это бестселлер марки. Мне было, правда, интересно с ним познакомиться. Там вообще очень много ароматов, достойных отдельного внимания. Те, кто любит розу, обязательно обратите внимание на этот парфюм. Очень шлейфовый, очень стойкий, комплиментарный, незамеченным вы не будете однозначно. На весну, на лето это отличный парфюм. Следующий аромат. Это тоже у меня в небольшом таком пока что формате, в небольшом флаконе. Это ксерджовка Самаратия, цветок оливы. Вот как раз весна-лето, прекрасное время для данного парфюма. Цветы и мясистость оливки вот переносят именно на берег Средиземноморья. Прямо даже я ощущаю в нем ноты моря. Прекрасный парфюм. Мне очень нравится, как он, правда, звучит в шлейфе. Это вообще отдельная сказка. Да, я сразу могу сказать, что парфюм на самом деле не будет таким бронебойным, там, как Кирки тот же. Нет, он не настолько долго держится и шлейфит, но, по крайней мере, на мне. Вот. Достаточно часто его, ну, мне приходится обновлять. Но у меня горячая кожа, сразу могу сказать, поэтому это тоже влияет непосредственно, конечно, на то, как сидит парфюм, насколько долго и как ярко он раскрывается. Вот, поэтому, но я его обязательно возьму в полноразмерном формате, мне понравился. И вот история вот этой цветочности и моря, оливки, безусловно, 100% моя тема. Следующий аромат, который у меня тоже в небольшом формате, это молекула 02. Именно молекула, не Centric 02, а именно молекула. Почему? Зашла я затестить, и тот, и другой нанесла. И была уверена, что Centric будет звучать ярче, интенсивнее и дольше. Но оказалось, что молекула на мне продержалась дольше, чем Centric. Я слышу молекулу и на следующий день. Как самостоятельный аромат, я не очень его вижу, если честно. А вот как вариант микса с моими любимыми парфюмами после душа, перед тем, как нанести основной аромат, я пользуюсь молекулой 02. Это будет конкретно ваша история. Обратите внимание, молекула вторая мне очень понравилась, правда. Легкий, ненавязчивый аромат. На весну и на лето это потрясающе. Следующий парфюм это Байреда Бланш. Бывает, и я устаю от тяжелых ароматов. И вот когда хочется чистоты, я подошла затестить бланш, мне прям очень понравилось. Потом я стала, конечно, на нем смотреть и читать. И поняла, что в индустрии парфюмерии, ну, не так много парфюмов, которые могут передать аромат чистоты, тот, который именно интересен мне. Я заходила тут недавно, тестила Зарко парфюм Амус. Но нет, не тот аромат, вот не тот характер. Там я прямо чувствую запах утюга, вот выглаженного белья. Нет, это не то, что я вот хотела. А здесь это и легкая цветочность, как его описывают, аромат лугов, горной воды, в общем, вот чего-то совсем такого вот свежего. Но что тут многие замечают? Аромат стирального порошка. Если честно, я бы не сказала, мне он не пахнет ни там, каким-то там персил, тайт, миф и так далее, и так далее. Ушастый нянь. Нет, здесь именно действительно аромат чистоты. Тот аромат, который прекрасно подойдет под белую рубашку, под какой-то костюм, в офис, очень корректный, красивый,
аромат уходового средства. Я вот с ним очень с многими делилась, у меня его распили достаточно быстро. Кстати, хочу напомнить, что у меня есть Инстаграм, там все, в принципе, парфюмы представлены, с которыми я делюсь. Поэтому обязательно заходите, всю информацию я обязательно оставлю внизу. В общем, возвращаясь к аромату чистоты, красавчик, когда все вот надоедает из парфюмов и хочется просто какой-то легкости, беззаботности, к платьям, к сарафанам, вот это здорово. Ну и последний аромат, который у меня к цитрусам относится, я думала его приберечь к лету показать, я думаю, я его и продублирую, но тем не менее он и на весну прекрасен будет, это Монталь Соляль де Капри. Многие его знают именно потому, что он несколько отличается из стандартных парфюмов и стандартного мускуса Монталь. Здесь он, конечно, тоже есть, этот характер чувствуется, но он правда иной. Да, история про цитрусы там есть и острота, несмотря на то, что да, он свежий, он такой прямо вот с лимончиком, с грейпфрутом, такой вот яркий, насыщенный. Прекрасный представитель Монталь, и действительно вот на весенний-летний период, когда хочется ярких, солнечных, опять же, нот, прекрасно он справится с этим. Я вам тоже советую, он хорошо сидит долго, яркий шлейфовый парфюм, ну вот как я уже говорила, нестандартный для линейки Монталь. Ну что, дорогие мои друзья, на этом сегодня пока что все. Я обязательно буду снимать дальше, конечно же, видео. Я рада, что вы нашли время и зашли ко мне на канал. Еще раз напомню про подписки, про ваши комментарии. Мне, правда, очень приятно. Я обязательно сниму обзоры на те парфюмы, которые вы просите у меня в комментариях. Поэтому, если отдельно кому-то что-то интересно послушать, как это звучит, да, но нет возможности затестировать, пожалуйста, пишите. Я постараюсь обязательно снять для вас. Всех обнимаю. Пока.